Участок выбран, дом построен. Остался самый важный этап – сделать его теплым и уютным. С подключением газа Александр решил не медлить. Большой семье все поскорее хотят переехать в новое жилище. О президентской программе социальной газификации Александр узнал в апреле этого года и почти сразу подал заявку в Мособлгаз. А уже сегодня слесари приехали запускать газ. Впереди зима, надо дом подготовить, чтобы было тепло в доме, комфортно. И решили первым делом провести газ, потому что это очень дешево. Практично, экологично, вот, и недорого, и плюс еще бесплатно. Город проводит там газ. В рамках президентской программы газ проводит бесплатно до границ участка. Чтобы стать ее участником, необходимо убедиться, что домовладение находится в населенном пункте, и предоставить свидетельство на собственность. Так сделал и Александр, после чего его заявку одобрили в офисе Мособлгаза. Вот сделали трубу, провели, все оперативно, подключили счетчик, теперь есть газ. На днях приедут, сделают подключение котлов, всего остального будем мы с газом. В комплексном договоре предусмотрено и проектирование внутри границ участка, и монтаж оборудования. Житель признается, социальная газификация на порядок облегчила ему сложный период благоустройства дома. Провели опрессовку, проверили утечки, установили счетчик, провели пломбировку. Подписали договора, собственно, остались только пусконаводочные работы. Очень рады, что провели газ нам. Эта социальная программа очень, она хороша. Это очень удобно, быстро, оперативно. В конечном итоге это будет большая выгода для всех, кто это проведет. Газ дешевле, чем электричество. Строительство новых газораспределительных сетей в городском округе Мытищи запланировано на конец сентября. Однако уже сейчас Мособлгаз подключает газ жителям в тех местах, где это возможно технически. С начала года специалисты газовой службы уже проложили около 19 километров трубопровода.